Были представлены данные Бельгии по уровню инфляции и по росту ВВП. Уровень инфляции покинул негативную территорию и на данный момент он находится на отметке 0,29%, а рост ВВП составил 0,3%. Можем ли мы говорить о восстановлении экономики Бельгии? С вами я, Джессика Уолкер. С нами на линии Том Роджерс из Oxford Economics. Согласно недавно представленных данных, уровень инфляции Бельгии находится на уровне 0,29%. Данные превзошли прогнозы минус 0,2%. Означает ли это, что темпы восстановления экономики ускорились? Экономика Бельгии продолжает постепенно восстанавливаться на протяжении последних нескольких лет. В этом году некоторые факторы позитивно повлияли на темпы восстановления. В основном это было обусловлено сильными данными по потребительским расходам. Потребители стали больше тратить на фоне низких цен на рынке нефти. За последний год стоимость энергоресурсов сократилась на 10-15%, что в свою очередь позитивно повлияло на рост экономики в первом квартале. Между тем, слабый валютный курс евро благоприятно влияет на торговлю в странах еврозоны, что также выгодно и для Бельгии. Стоит сказать, что восстановление экономики Бельгии немного ускорилось в первой половине этого года. На экспорт приходится 2/3 от роста ВВП Бельгии. Был отмечен 4-месячный максимум по росту экспорта в месячном выражении. Рост ВВП Бельгии составил 0,3%. Как вы думаете, экспорт является главным драйвером такой позитивной динамики? Квартальный рост ВВП составил 0,3%. Эти данные вполне соответствуют нашим прогнозам. В течение последнего года рост ВВП Бельгии был не совсем ровным. В начале первого квартала этого года рост ВВП Бельгии постепенно начал восстанавливаться, в основном благодаря потребительским расходам. Между тем, Бельгия играет ключевую роль в системе поставок промышленного сектора еврозоны. Соответственно, все, что позитивно влияет на еврозону, также благоприятно влияет и на Бельгию. Был отмечен рост экспорта из Германии и Франции, что положительно повлияло и на Бельгию. Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет экспорт будет играть одну из ключевых ролей в восстановлении экономики Бельгии. В какой-то мере это будет обусловлено слабым валютным курсом евро в ближайшие 1-2 года. На этой неделе были представлены данные Бельгии по уровню безработицы и по розничным продажам в годовом выражении. Ожидаете ли вы на какое-нибудь резкое изменение по этим показателям, или же они останутся стабильными? Я думаю, что уровень безработицы останется на прежнем уровне, в отметке 8,5%. Коэффициент участия увеличился за последние 1-2 года. Также отмечен рост по трудовым ресурсам. И невзирая на то, что многие компании создают новые рабочие места, уровень безработицы остается на стабильном уровне. Скорее всего, что ситуация в этом году не изменится. Основной уровень безработицы какое-то время будет оставаться на отметке 8,5% и будет снижаться постепенно и медленно. За последние пару месяцев мы отметили большой рост по розничным продажам, что было обусловлено сильными данными по потребительским расходам на фоне низких цен на рынке нефти. Мы также полагаем, что мартовские данные по розничным продажам будут намного сильнее. Мы наблюдаем рост индекса потребительского доверия. Продажи автомобилей увеличились в странах еврозоны. Экономика Бельгии продолжает постепенно восстанавливаться. Также мы прогнозируем рост по розничным продажам Бельгии в дальнейшем. Том, спасибо вам большое за ваши комментарии. На сегодня все. Оставайтесь с Двукоскопи ТВ. До свидания.